Всем привет, дамы и господа, это Мегаспорт, большой баскетбол, Евгений Седых, а здесь у нас в студии на паркете. Чемпионка Европы, чемпионка мира, призерка Олимпийских игр Евгения Медведева, наша прославленная фигуристка и легенда футбола, армейского футбола, в частности, Сергей Игнашевич. Евгения, первый раз на баскетболе? Вообще первый раз в жизни, никогда не была, очень интересно. А вот Сергей Игнашевич ни разу не был на фигурном катании? Не был. Очень многое теряешь. В кольцо я особо не попадаю, потому что, ну, примерно до кольца еще... Тяжело докинуть. Да, примерно мой рост еще. Сколько кольцо, знаешь, высотой? Честно говоря, не знаю, но примерно две меня, да. Возможно, я не высчитывал точно Евгения Медведева, сколько кольца, но это 3 метра 5 сантиметров. Больше. Больше, чем даже... я, да. Что? Что из этого Ридбергер? Элемент Ридбергер или номер 4? Шоколадка Ридбергер. Сергей, как быть с этим? Ну, думаю, номер 2. Все-таки номер 2 элемент какой-то. В студии у паркета у нас Beatles Beat Love. Beat Love. Извините, оговорился. У меня для вас есть один небольшой презент, подарочек. Вау. Вот это, а да. самое, вот такой вот, дорогие друзья, супер. Презент. А что ты сам вообще слушаешь? Если не Beatles? Нет, по-разному. Могу какие-нибудь ритмичные, наподобие Prodigy, особенно перед игрой, что-нибудь такое поставить. Какой-нибудь там трек, саундтрек из «Пиратов Карибского моря», такой в обработке, когда там качает музыка сильно. У меня нет такого одного стиля в музыке, то, что мне там вот это нравится, и все. Нет, мне нравится, как я говорю, от «Короля и Шута» до Кадышевой. Да. А на гитаре немножко умеешь? Да, на одной струне пока. Кузнечика. Кузнеца. Естественно. Да. Андрей Воронцевич, Евгений Седых. Это все ЦСКА Баскет Пригейм Шоу. Спасибо за внимание. Увидимся. Счастливо.